Итак, сегодня мы попробуем приготовить роллы в домашних условиях. Для этого нам понадобится рис. Я решила взять круглозернистый. Потом в качестве начинки буду использовать креветки, краба мясо, различные овощи. Это перчик, помидор, хотя помидор вряд ли, авокадо, огурец, лист салата. Потом специальный уксус для того, чтобы рис был клейкий. Ну, васаби это уже в конце. Ну и, конечно, нам понадобятся листы водорослей, чтобы заворачивать наши суши. Начнем все это готовить. Рис мы помыли, слегка посолили и ставим вариться. Мы поставили варить рис, теперь будем приступать к остальным ингредиентам. Первым делом закидываем креветки вариться. Кидаем. Креветкам надо буквально 2 минуты, за это время мы как раз успеем почистить авокадо и огурцы. Нарезаем полосками, длинненькими. Серединку не берем, а потому что она может расползтись. Тут же чистим авокадо. Начинаем также очищать шкурку. Ну и нарежем пару кусочков перчика. Тем временем у нас уже приготовился рис. Надо добавить в него уксус. Уксуса добавляется примерно 1 к 10. Теперь выкладываем рис. Его надо не сильно много, тонким слоем. Почти по всему. Вот чуть-чуть оставляем свободный краешек. После того, как выложили рис, выкладываем на него начинку. Выкладываем огурчик и перчика чуть-чуть. Теперь приступаем к заворачиванию. Очень аккуратно, прижимая, придавливая, чтобы у нас получились плотные, толстенькие роллы. Кончик листа нори смачиваем водой, чтобы он прилип, и доворачиваем до конца. Ну все, ролл мы сформировали. Сейчас будем его разрезать. Первый ролл готов. Начинаем готовить второй ролл. Первый у нас был с креветками с огурцами, а сейчас будем делать с крабом и авокадо. Процедура та же самая. Ну и все, осталось добавить васаби и имбирь. Роллы готовы.